Едем гулять, едем, тихо. Хотел бы жить Вать в таком домике. Кошечка лежит. Плещеевский контраст, пожалуйста. Сонька уже еле лапами волочит. Ну как успехи? Рабочие уже все в пене, испачкали. Петухи будет, еще и эти шары. Они кормят собаку бедную. Соскучились мы по баньке. Чу. Я вот так и сплю, просыпаюсь такая, вот здесь комок, здесь комок. Смотрите, кто здесь. Ку-ку, Нюсик. Нюша любит все время укрываться. Сонька ревнует, но терпит, да, Сонь? Да, терпеливая собака. Так и живем. Все, едем гулять. Соня такая толстая, что не влезла. Куда? Вот в эту, как она называется? Шлейка. Шлейка. Все, 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 едем гулять, едем, тихо. Соня, ложись. Ой, это я не простегнулась, как всегда. Вчера здесь встал. Угу. Поломанный, да? Ну да, сломался. Ого, сколько насыпали тут. Я не видела. А пыль-то какая все равно. Смотри, это от камней такая пыль, да? Ну, конечно, пыль. Ну, сейчас и дождем, и все это прижмется, помоется. Лишь бы камень этот не уполз. Ну... Ползет все равно уплотнитель. А надо говорить всем привет. Да, всем привет! Привет, приветули! Едем мы с девчонками гулять. Решили выбраться, протрястись немножко. На самом деле, больше нам нужно магазин. Да. А зачем тебе магазин надо, дорогой? Ну, резинку, уплотнитель для всех тоже купить. А нам тоже надо купить? Ну, на всякий случай я куплю, мало ли, может. А, ну, у нас она, в принципе, мы же ее не разбирали, все будет нормально. Успокойся, ай-яй-яй. Пойдем, пойдем. Соня, смотри, тихо гуляет. Нюшка, нельзя, пойдем. Пойдемте. Пойдемте в траву. Пойдемте сюда, в травку. Пойдем. О, субботник в парке. Проводили. Шнырухи гуляют. Даже уходить не хочет. Можно. Я бы не кофе, я бы пивка бы выпила. Соня, Соня, дай понюхать. Ага, она вот так вот все время.
Нюша, где птички? Теперь Нюша. Какое дерево было, да? Срезали. Хотел бы жить в таком домике? Да. В маленьком, сказочном. Мост. Не знаю. По кругу, может, так? Как? Поверху. Давай. Посмотрим, что там. Да, здесь время остановилось. Угу. Какие интересные места. Там кошки живут, думаешь? Кошки живут? Или птички? Ну, вон, видишь, наши кошки будут рады, или будут кошки. А, я не увидела, да. Нюша. Нюша, ну, птиц, да, гоняет. И тебе нельзя. Пойдем. Пойдем, Нюша. Догоняй Соню. Где Соня?
кошечка лежит. Лысенькая. Какие домики тут сказочные. С видом на озеро. Класс. И вот эти избушки рядом. Контраст такой. Плещеевский контраст, пожалуйста. Ну, я думаю, может быть. Но в этом-то однозначно нет. Пойдем. Переходим. Давай быстрее бежим. Пойдем. Бегом. Быстро дорога перебегает. Быстро. Мушка понимает. Бегают, носятся наши монстрики. Красота! Сонька уже еле лапами волочит. Вымоталась. Да, Сонь? Город оживает, да? Дачники тут понаехали. Соня, не стены вытирать, а лапы тебе надо вытирать. Соня, ко мне. Быстро. Давай лапу. Давай. Давай другую. Да стой ты, шныра. Стой. Дай лапу. Ну как успехи? Тот, кто черное завел, тот за черным и следит. Хорошо, буду. Ты еще не мыл? Давай, давай, давай. Почему унитаз? Сейчас видео снимем, как было и как будет. Ух. Рабочие уже все в пене, испачкали. Как это отмывать?
Лично я не собираюсь. Эй! Папа, кто там злая собака такая? Кто? Ой! Ой! Ой, собака такая злая! Ой, собаки, собаки, побежали! Побежали! Гулять. Сонечка, ты где? Иди гуляй. Иди гуляй. Ать, ать. Ай, собаки, гуляки. Открытие сезона. Ругаются, а? Что дома оставили? Возьмите говорит, меня тоже в баню. Шары еще не все улетели. Начинается, Вать, теперь у нас. По утрам будет. Будильник. Во-во-во, вот так в окно прям. Что они другого поля не могут найти? Чего они все время здесь взлетают? Ну, красиво, Алёна. Ну, мало ли что красиво. А мне не нравится. О, 6 не утра. Нравится. Нет, вечером ладно, но 6 утра или в 5, когда будет, в окно. Петухи будут, еще и эти шары. И еще кто-то. Соня целует. И Соня, когда будет, целует. Кушать просит. Как тепло, да, Вать? Вообще, смотри. Лето. Лето вообще. Еще даже не... Нюша травку ест. Вкусно тебе, да? Молоденькая травка, витаминчики. Ой, не кормят собаку бедную. Боже ж ты мой. Ты моя собака. Хорошая банька, да? Да. Соскучились мы по баньке. Наконец-то сидим. Ой, соседи с нами тоже соскучились по баньке, не только мы. Очень. Кайфуем. Что там у нас с дровишками? Замечательно там с дровишками. Ну там жар такой хороший стоит. Конечно, вообще не надо, что поливай и поливай там. Не надо больше? Нет, ну, конечно. О, пленка заканчивается. Утро. Ладно, выключаю. О, давай, поздравь. Ой, не поздравь, а это... Передаю привет, да, привет всем родителям этих собак. Это то бишь мне. Я же тоже какой-то родитель. И не только, да. О, Алена повелительница собак. Да, они друг друга ревнуют. Все хотят быть со мной, на мне обязательно. И вот пока они там разместятся, пока я всех укрою, чтобы они друг друга не покусали, они вот так вот любят. Как, что значит не покусали? Они вообще не хотят нет, кусать. Нет, они друг. Пока за место дерутся, они как бы друг друга... Алена, как они дерутся? Они вообще не дрались никак. Они поскуливают, Сонька ревнует, рычит на Нюшу. А Нюша тоже ее достает, хорошо принюхивает, да? Лежи, собаки. Сегодня Нюша спала на боку вот так, и в меня прям этими ногами уперлась своими. Лапами, да? Толкала? Да.
Соня с одной стороны, а Анюшка с другой. Почему? А я вот так и сплю. Просыпаюсь такая, вот здесь комок. Думаю, интересно, кто где? Открываю глаза, ищу. Две собаки все время рядом со мной. Я так аккуратненько между ними, чтобы не мешать, не раздавить. Вот такой у меня сон. Зато эти спят, как королевы. Кому на Руси жить хорошо? Угадайте. Да. Уши у кого такие? Ушки на макушке. Ушки. Кто там? Кловис пришел. Кловис пришел. Где Кловис? Все, ладно, давайте смотреть телевизор. Все, ложимся отдыхать.